Добрый доктор Айболит, он без дела не сидит. Ежегодно весной и осенью сотрудники региональной ветслужбы прививают обитателей леса от бешенства. Заболевание это для человека, если вовремя не получить медицинскую помощь, неизлечимое и в 100% случаев смертельное. Заразиться можно от диких плотоядных животных и даже внешне безобидных грызунов. Или при укусе, или при общении с животным. Бывает, что животные дикие себя ведут неадекватно, которые больные, они могут и ластиться к человеку, то есть лизать. И если, как говорится, на руке есть какие-то раны, то слюна попадает и происходит заражение. Самый действенный способ снизить риск распространения опасного заболевания среди диких животных – оральная вакцина. Проще говоря, таблетка. Хотя внешне это больше похоже на звериное лакомство. На то и расчет. Приманочка, она состоит или мясные там, фарши, или рыбные бывают. Внутри содержится капсула с вакциной. Вот капсула с вакциной. Ее раскусывают, там вот жидкость, сама вакцина находится. Вот ее раскусывают, съедают это. Как правило, животные эти, они проглатывают полностью, не живут. Примерно через 20 дней после того, как зверь съест капсулу с препаратом, у него выработается иммунитет к вирусу бешенства. Всего за весенний сезон распространят порядка 100 тысяч разовых доз вакцины. Этого более чем достаточно, уверены специалисты. С раскладкой лекарства по всей области ветеринарам помогут охотники. Они лучше знают звериные тропы. Да и здоровье лесных жителей тоже в их интересах. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.